Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал. Приближается весна, а это значит, что не только тепло нас ожидает впереди, но и потрясающие, классные весенние коллекции. В Ривгош уже начинают появляться некоторые из этих коллекций, но перед тем, как я расскажу вам о том, что совсем-совсем новое появилось в Ривгош, я хотела бы вам рассказать о двух замечательных продуктах, которые тоже являются новинками, но появились они непосредственно практически перед самым Новым годом, и я с удовольствием ими пользуюсь, поэтому я думаю, вам это будет тоже интересно, тем более, что я знаю, что некоторые из этих продуктов вызывают у вас вопросы. Первый продукт, который я хотела бы вам показать, это вот такой лосьон от компании Le Prairie. Это лосьон из их икорной синей серии, который называется Lotion Essentiel Caviar Luxe. Это густая такая жидкость, она очень экономичная, которая превосходно питает вашу кожу. Я вообще очень люблю икорную именно серию темно-синих таких банках от компании Le Prairie, поэтому я с удовольствием приобрела себе этот продукт и пользуюсь им. Это такой симбиоз, как мне показалось, сыворотки и тоника для лица. То есть вы можете в какой-то степени сэкономить, например, приобрести этот продукт и использовать его после умывания прихлопывающими такими аппликативными движениями, нанося на лицо и шею, очень значительно улучшать ее качество, потому что на самом деле с этим лосьоном как-то мне стало легче жить, потому что он совершенно явно улучшает воздействие последующего ухода, очень видимо и очень эффективно увлажняет кожу, решая тем самым много-много проблем. Я, конечно, не использую его вместо сыворотки или вместо тоника, использую после тоника, но тем не менее, я думаю, что и такое применение тоже возможно. Присмотритесь к этой сыворотке, я знаю, что она стоит недешево, но она правда стоит своих денег, она мне очень понравилась. Второй продукт, который я хочу вам показать, это бустер от компании Clarins. Всего у компании Clarins три таких бустера. Это бустер в синей упаковке увлажняющий, бустер в зеленой упаковке антиоксидантный и вот такой вот бустер в оранжевой упаковке, который придает коже энергии. Главным маркетинговым трюком в этой штуке является то, что называется словом бустер. Когда мы с вами видим это слово, нам кажется, что это какое-то средство мгновенного действия, очень эффективное, которое что-то помогает очень мощное такое сделать с кожей. Но на самом деле это не совсем так. Если мы с вами посмотрим на состав этого средства, вот, например, вот этого вот конкретного из серии Energy, то мы увидим с вами, что, по сути, это однокомпонентный продукт. Единственным его главным компонентом является в данном случае женьшень. Женьшень, как вы знаете, обладает прекрасными тонизирующими свойствами, тонизирует кожу. Сам бустер упакован в такую маленькую упаковку. Здесь находится кнопка сверху. Вы нажимаете эту кнопку, выдавливаете капли. Производитель говорит нам о том, что это концентрированный продукт, но на самом деле я уже залезла на Бьютипедию и почитала отзывы Полубегун об этом продукте. Она говорит, что это вранье и что этот продукт не является концентрированным. Поэтому то ограничение, которое производитель налагает, скажем так, на количество используемого продукта, является не совсем правильным. А производитель, если я правильно помню, говорит нам, что нельзя наносить более 5 капель на лицо. Но все это на самом деле мелочи, потому что мне продукт очень понравился. В чем его основная затея? Вы можете эти волшебные капли, в зависимости от типа своей кожи, опять будь то увлажняющие капли, или будь то антиоксидантные капли, или вот такие энергизирующие, вы можете добавлять их в любой абсолютно продукт, который только у вас есть. Хотите в пенку для умывания, хотите в тоник, хотите в маску, хотите в патчи, хотите в крем. Главное, что говорит нам производитель, это якобы не наносите его соло, потому что это концентрат, о боже-боже, что-то случилось. Очень страшное, и мне очень понравилась эта штука. То есть еще раз оговорюсь, это не бустер, это не какое-то вспомогательное средство, которое сделает что-то мгновенное, что-то мощное и потрясающее. Это, скажем так, дополнительный ингредиент, которым вы можете обогатить свое любимое уходовое средство, сделав его состав более насыщенным и более подходящим вашему типу кожи. Стоит эта штучка недорого, хотя я боюсь произносить это слово, потому что когда я последний раз пришла в магазин, я поняла, что, наверное, из лексикона пора его исключать, потому что уже масс-маркет стоит столько, когда кризис стоил люкс. Вот. Ну, в общем, суть в том, что стоит, по-моему, меньше 2000 рублей, то ли 1400, то ли 1600. И мне понравилось. Мне понравилось, я с удовольствием пользуюсь. Думаю, что я попробую еще увлажняющую синюю такую пилюльку. Рассказала вам о тех двух продуктах, которые вышли до Нового года, являются относительными новинками, но вдруг тоже вам будет интересно. Сейчас я расскажу вам о том, что совсем-совсем вышло буквально на днях, и я уже это купила. Надеюсь, что это не последнее мое видео на эту тему, и что мне еще что-нибудь перепадет. Первое, что я купила, с большой-большой радостью отхватила, это новинка от компании Lancôme, называется это средство Визионер для глаз.
Не буду пытаться прочитать по-французски. Я поняла, что у меня уже это плохо получается. Это вот такое небольшое средство. У него всего 15 мл. Оно призвано разглаживать кожу под глазами и корректировать какие-то небольшие проблемы под глазами. Оно имеет чуть-чуть желтоватый оттенок, немного светоотражающих частиц в своем составе, скажем так. Но главное не это. Главное то, что я уже давно озабочена поиском праймера под глаза. И, как вы понимаете, сделать это непросто. Праймеры, которые мы наносим на кожу лица, они совершенно не подходят под глаза. И я так хотела купить какой-то классный праймер под глаза, потому что у меня эта зона такая проблемная, а с возрастом, естественно, проблемы не уменьшаются, а только прибавляются. И вот, когда я увидела состав этого крема и нанесла его на руку, я поняла, что аллилуйя, это то, что я вообще искала. Дело в том, что на первом месте у этого средства стоит силикон. Я первый раз держу в руках продукт, у которого на первом месте что-то кроме воды. То есть вода стоит после силикона. Этот крем великолепно разглаживает кожу под глазами. И даже капризный консилер, который обычно сушит, скатывается, лежит на этой штуке просто идеально. Помимо силикона, здесь, конечно же, содержатся еще какие-то хорошие для глаз компоненты. Там есть и витамин Е, и кофеин я там видела. Но, честно говоря, я особо не вчитывалась в состав, потому что я использую эту фигульку поверх своего обычного крема. То есть я не использую его как самостоятельный продукт. Для меня это именно праймер, именно барьер между консилером и кремом. Поэтому я очень довольна этим средством. Жаль, конечно, что его здесь так мало, но я обязательно буду возвращаться к этому средству, обязательно куплю его повторно, когда оно закончится. Это действительно стоящая штука. Поэтому если у вас проблемная сухая кожа под глазами, присмотритесь, пожалуйста, вот к этой вещи. Весеннюю коллекцию Guerlain, я думаю, вы все видели, и многие из вас облизнулись, я тоже облизнулась. Я, честно говоря, думала, что я куплю румяна из этой коллекции. Румяна очень имеют такой красивый дизайн, они интересно выглядят, как такая некоторая мозаика. Но я, честно говоря, не очень поняла смысл этих румян. Они имеют такой холодный розовый тон, похожий на румяна от Dior. И у них очень много шиммера, как у метеоритов. Поэтому я как-то их не очень поняла. Я несколько раз подходила к этим румянам, пыталась как-то их прочувствовать, скажем так, и не поняла. Также в этой коллекции есть помада. Ну, помад с аналогичным оттенком не так мало, то есть это не какой-то эксклюзивный цвет. Кисточка еще есть в этой коллекции, что-то там еще. Тинт для губ и щек, но тоже как бы не ноу-хау. Поэтому я поняла, что я должна что-то купить из этой коллекции. И я помню, что я говорила вам, что метеориты я не куплю больше никогда. И тем не менее, я купила метеориты из этой коллекции. Конечно же, исключительно для того, чтобы показать их вам. Мне понравились эти метеориты гораздо больше, чем метеориты из новогодней рождественской коллекции, о которых я вам рассказывала в одном из видео. Здесь все по-другому. Начиная от упаковки. Упаковка очень добротная. Это плотный пластиковый шар, причем он действительно очень плотный. Мне кажется, им так можно даже неплохо в глаз запендюрить, если у вас есть такое желание. Упаковка, действительно, повторюсь, сделана гораздо более красиво, чем в рождественских метеоритах. Я вам показывала, что когда вы открываете упаковку с рождественскими метеоритами, вы видите там совершенно отвратительный черный поролон. Здесь, когда вы открываете метеориты, вы видите вот такую очаровательную пуховку с милым бантиком. Потянув за этот бантик, вы достаете пуховку. Ей в прямом смысле можно пользоваться. Она не просто для декорации, скажем так, здесь. Внутри этой штуки находится зеркало, что, наверное, удобно, но, во всяком случае, это красиво и эстетично выглядит. И внутри вы видите шарики. Я, конечно, вам все покажу поближе. И они очень красивые. Правда, гораздо красивее, чем рождественские метеориты. Здесь крупные такие шары есть, перламутрово-розовые. Они очень красивые, они создают вот это вот основное сияние. И все остальные шарики здесь матовые практически. Розовые еще есть шарики, они такие полусатиновые, полуматовые. Очень красивый розовый финиш. Лавандовые шарики маленькие совсем.
матовые, и вот эти вот мизипусечные, вот такие вот жарики золотые, наверное, или бежевые, они, наверное, тоже что-то делают, но они тоже абсолютно матовые, и я очень старалась их как-то засвочить для вас. Там какой-то тоже, оказывается, есть свет, глазом его не видно, а камера разглядела. И эта пудра, естественно, сегодня на моем лице, и она мне очень понравилась. Единственное, конечно, по-прежнему я не люблю формат шариков, потому что я не понимаю, как правильно им пользоваться, потому что малюсенькие вот эти мотипучечные шарики, они регулярно застревают в кисти, вот там между ворсинок. Вот. Но здесь есть пуховка, и теоретически вы можете ей пользоваться. Они придают такой эффект ровной кожи, и, конечно, это заслуга лавандовых и вот этих вот розовых шариков. Вообще, я, кстати, обратила внимание, что в этой вот коллекции весенней и у Dior в том числе, сейчас я вам расскажу и покажу, много вот этого вот розового пигмента, то есть вот этого вот пигмента, который будет освежать ваше лицо. Вот, поэтому, может быть, женщинам с ярко выраженным желтым подтоном кожи вся вот эта вот коллекция, вся вот эта история, которая сейчас представлена в магазинах, она может не подойти. Но это я так лично думаю. Что касается коллекции Dior, то из новой коллекции пока что мне досталось только два средства. Новая коллекция Dior, она в таком азиатском стиле. В России представлена такая розовая, градиентная, красивая пудра, которая выравнивает и выбеливает, скажем так, даже кожу. Я тестировала ее в магазине, но пока что ее можно протестировать только в формате тестера. У меня есть страничка на сайте RevGosh с этой пудрой, где я ее раз в час, наверное, как придурок обновляю, чтобы посмотреть, если она у нас, и мне все время пишут, что в магазинах вашего города товар отсутствует. Тем не менее, в корнерах он уже присутствует, и вы можете его пощупать. Это очень красивая пудра, она красиво оформлена, такая градиентная. Начинается она с светло такого розового, даже белого, и переходит в более такой темный розовый тон. Я сначала думала, что это какой-то хайлайтер или, может быть, даже румяна, но оказалось, что это пудра для лица, она мне очень понравилась. Еще в этой коллекции есть румяна, такие же красивые, такие же градиентные, они коралловые. У меня коралловые румяна от Dior есть, там из какой-то, по-моему, обычной коллекции, поэтому на них я внимания не обратила. Обратила я внимание вот на такую помаду с модным эффектом амбре. Ребята, я сегодня, честно говоря, намучилась с этой помадой и уже даже немножечко жалею о покупке. Дело в том, что, значит, это двусторонняя помада. Всего в этой серии три таких помады. С одной стороны, вот такой вот коралловый оттенок, и он, по-моему, у всех трех помад одинаковый. А с другой стороны находится другой какой-то оттенок. По-моему, есть вот такой вот ягодный, у меня это 975-й. Есть более красный и есть такой более фуксия. Я выбрала ягодный. Значит, вы раскручиваете, он именно раскручивается, это не колпачок. И у вас здесь вот такая маленькая фитюлька получается. Это аппликаторы. На этих аппликаторах уже есть какое-то средство. Значит, когда я сегодня начала красить губы, в чем суть? Суть в том, что вы можете с помощью этой вот истории создать эффект амбре. Ну, значит, якобы сейчас это очень модно. Что такое амбре? Это градиент, грубо говоря, это переход на губах от одного цвета к другому. Естественно, добиться качественного градиента можно только с матовыми текстурами, потому что если вы возьмете увлажняющую помаду и попытаетесь сделать на губах вот эти красивые переходы, вы получите кашу, гарантированно. Если не сразу, то через 15 минут. Поэтому формула этих помад, и это даже помадами трудно назвать, это матовый такой тинт, матово-пудровый такой вот какой-то продукт. Часть вот эта ягодная, она достаточно пигментированная, часть коралловая, она не очень пигментированная. И я сегодня, когда начала красить губы этой историей, сначала вообще не поняла, что происходит. Потому что я начала красить, и тут я понимаю, что у меня пропал цвет. Я наношу на руку и понимаю, что у меня пропал цвет. Дело в том, что я вчера еще, когда делала фотографии, гадала, где находится продукт. Внутри вот этой основной средней части или он находится в колпачке. И вы знаете, о чудо, но продукт находится в колпачке. И когда вы начинаете красить губы этой историей, чтобы обновить цвет и как бы добавить цвета, вам нужно опять закрутить крышечку, опять ее раскрутить, и тогда вы получите еще продукты на этом аппликаторе и можете продолжать, скажем так, макияж губ. Все это добавляет времени к тому, что и так градиент человеку неумелому, не визажисту сделать тяжело. У меня сегодня на макияж губ ушло 20 минут. То есть это феерия, конечно. И то у меня толком ничего путного из этого не получилось. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что я буду утром перед работой
вот заниматься всей этой историей. Конечно, я думаю, что большинство из нас будет пользоваться либо этой частью, либо этой частью, но зачем, с другой стороны, когда можно купить классную жидкую матовую помаду и пользоваться, она будет целый день с тобой, потому что эта история еще и не стойкая, вы можете ее стереть салфеткой обычной с лица, с губ. Поэтому, честно говоря, я на перепутье, у меня есть большое-пребольшое подозрение, что я избавлюсь от этой штуки. Просто я знаю, что я не буду ей пользоваться. У меня куча помад, и... Но зато я сделала для вас обзор. Вторая штука, которую я купила, это палетка для глаз. Всего в этой коллекции две палетки. Одна в таких изумрудно-синих тонах, такая растяжка. А вторая растяжка такая розово-коралловая, какая-то бордовая, очень красивая, очень женственная. Потрясающий оттенок в этой палетке, самый-самый... светлый, он как бы дуохром, вы когда наносите его, вы его тушуете, и он начинает такие давать очень красивые розовые жемчужные переливы, отливы на коже, и благодаря этому я думаю, что это прекрасный просто хайлайтер. Что касается всех остальных оттенков, они все неоднозначные, то есть они все как-то играют, переливаются, очень красивая палетка, желтый такой, он и песочный какой-то имеет оттенок, и желтоватый, и где-то золотистый, как будто иногда кажется какая-то розовинка проскакивает, то есть такой вот какой-то дуохромный эффект есть у всех. Коралловый вот этот, приглушенный, тоже очень красивый. Очень красивый. Вот насколько я люблю коралловый, у меня их много, но вот такого у меня еще нету. И вот этот вот, опять же, бордово-коричневый, он похож, знаете, на те тени, которые я вам показывала из палетки Виктории Бекхэм. Вот он очень на него похож. Что касается качества теней, они такие мягкие, они такие бархатные. И это прекрасная палетка для новичка, для тех, кто боится делать какие-то сложные макияжи. Потому что эти тени тушуются сами с собой, смешиваются, там что-то с собой делают. Так красиво выглядит в итоге. Что бы вы там ни намазали на веках, все равно будет красиво. Я сегодня с большим удовольствием воспользовалась этой палеткой. В комплекте здесь есть два двусторонних аппликатора, поэтому, в общем-то, достойный такой законченный продукт. Очень-очень я довольна этой палеткой. Когда появится в продаже пудра вот эта градиентная, и я ее захвачу, завладею ей, я вам ее обязательно покажу в каких-нибудь своих следующих видео. Может быть, у меня еще будут какие-то новинки. И последнее, что в этом видео я хочу вам показать, это парфюм. Ну да. Как же Ксюша и без парфюма. Это парфюм от компании, если я правильно читаю, Comme des Garçons называется этот бренд. Это парфюм новинка, называется он Black Pepper, черный перец. Я вообще не знакома была с этим брендом, я видела эти разноцветные флакончики, камушки на витринах, но, честно говоря, ни разу к ним не подходила. А тут на сайте RevGosh я увидела описание этого аромата, и я просто была заворожена. Так красиво написано. Описание, конечно, просто завораживающее. Начинается Black Pepper. Это мощное энергетическое столкновение молекул, взрыв горошин, пряного перца в бездонной темноте. Ну, в общем, суть-то, конечно, не в прекрасном описании, а дело в том, что я абсолютно животной страстью люблю запах перца. Потому что для меня это запах такой очень агрессивный, и очень такой животный, потому что он будет, вот лично во мне, какие-то такие очень яркие кулинарные ассоциации. Жареный стейк такой сочащийся, знаете, какой-то хрустящий салат, вот дорогие такие мельницы деревянные для приправ, которые тоже имеют свой аромат, который смешивается с ароматом этих специй, просто потрясающе. И вот аромат Black Pepper, он упакован. Ну, естественно, вот в такую коробку. Когда вы открываете эту коробку, вы увидите там вот такой папирус двухцветный. Тоже очень интересный ход. И пока я не опробовала этот аромат на себе, я думала, к чему вот эта двусоставность? К чему вот эта вот черно-белая упаковка, черно-белый папирус? А потом я поняла. Когда вы начинаете пользоваться парфюмом, он настолько натуралистичный, он настолько живой. Такое ощущение, что кто-то рядом с вами расколотил банку с перцем. И вот это вот жгучее облако вот этой вот перцовой пыли, оно уже прямо щекочет ноздри. Я иногда даже чихаю, когда вот первый раз наношу этот парфюм. Настолько живой вот этот запах, настолько вот он прямо действительно кулинарный, что это просто потрясает. И он такой мощный, то есть не просто там перцем пахнуло, а просто вот этот аромат, он вас захватывает. И вот этот перец вас кружит. Слюни текут, потому что, естественно, вспоминаешь еду. И вдруг, откуда ни возьмись, вдруг из маминой спальни выскакивает ут, бобы тонка, кожа. И, в свою очередь, вас пленяет этой своей такой сладостной, такой тягучестью. Это вызывает шок, потому что ты не понимаешь,
а перец-то куда делся? Вот сейчас пахло перцем, и вдруг раз, вот эта восточная база выходит. Он абсолютно двусоставный. И так на протяжении всего дня он с вами играет. То перец, 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 то вот эта вот вся восточная история. То опять перец, перец, то восточная история. К концу дня вы, может быть, принюхиваетесь к вот этому запаху перца, и вам кажется, что он летучий, летучий, улетучился и испарился. Нет его. А потом, когда, например, на следующее утро я встала, взяла свою одежду, и я чувствую, она вся пахнет перцем. Ну просто вот как будто я свой свитер забыла где-то на кухне, понимаете, в шкафчике со специями. То есть он стойкий очень, и сам запах перца стойкий, что необычно, мне кажется, потому что мне все-таки как-то думается, что это летучий такой очень эфемерный запах, он очень быстро должен как-то испаряться, но нет, держится как прибитый и по-прежнему продолжает с вами играть вот этими своими переменами. И получается своего рода такая альфакторная игра. Очень интересный парфюм. Ну, насколько я вот дилетант и не профессионал, но мне кажется, что это вот шедеврально просто. Вот так он с вами мутит, крутит, играет. Очень классно. За свои деньги, там, знаете, ну, как для нишевой парфюмерии 6 тысяч, в принципе, это нормальные деньги. Очень достойный аромат. Единственное, я думаю, что он больше, конечно, мужской, чем женский, потому что он, ну, уж очень такой агрессивный. Но он очень красивый, просто потрясающий. Я наслаждаюсь им, наслаждаюсь и очень рада своей покупкой. Кстати, имейте в виду, что этот аромат представлен в двух объемах, 150 мл, и выгодно брать сразу 100, потому что он от своего меньшего собрата отличается всего лишь там на тыщенку с копейками. То есть лучше, конечно, и выгоднее сразу брать большой объем. Вот такие у меня новинки. И да, если вдруг вас будет интересовать, покажу ли я вам весеннюю коллекцию Givenchy, это там вот эта пудра компактная, дорожная, это хайлайтер желе, не покажу. Потому что я их потестила в магазине, и они мне не показались чем-то особенным. Вот, поэтому увидимся в следующих видео. Всех вас целую, обнимаю. Пока-пока.